Анапчанка Екатерина Митяева стала чемпионкой Всемирных военных игр в Сочи. На днях в Олимпийской столице прошли состязания по ски-альпинизму в двух дисциплинах – индивидуальная и командная гонка. Для российских спортсменов это выступление стало дебютом на международной арене. Наша землячка, трехкратная чемпионка мира по альпинизму Екатерина Митяева, выступала в составе команды ЦСКА. Она стала первой в командной гонке и четвертой в личном зачете. С детства Екатерина занималась в Анапской спортивной школе «Олимп». Сразу после командной гонки мы связались со спортсменкой, и вот что она говорит об играх. Сложности были только то, что погодные условия в первый день в индивидуальной гонке из-за видимости было плохо. Видеть и флажки, и дистанцию саму, вот, и то, что холодно было. А так, в принципе, все прошло отлично. Судейская команда работала на высшем уровне. Нам эти соревнования запомнятся на всю жизнь. Вот, так как мы у нас есть золото и есть серебро. Вот. Спасибо большое, охота сказать, организаторам. Ну и, конечно же, нашей команде ЦСКА. Спасибо огромное. Вот. И тренерам тоже, которые подводили нас к этим стартам.